жил вот такой вот динозавр. Вот. Вот так вот он выглядит. Я не знаю точно его название, поэтому говорить не буду, кто он именно. Но все вот такой вот жил динозавр. Жил. Он думал, что он один уже остался, как бы, что все уже вымерли, но случилось так, что он остался не один. И недавно он это узнал. Вот такая вот самочка осталась. Тоже одна, выглядит она хоть и с клювом, как утка. Но в целом она ему очень понравилась, потому что она чем-то на него похожа. По телосложению вот как-то так вот. Поэтому он не особо заметил разницу. Они вот хоть и разные, но по структуре чем-то похожи. Поэтому у них все получилось. У них стали идеальные чувства. Ну, как может быть? Он даже не подумал, что она другой породы, потому что ему понравилась именно такая. Кстати, понравился и он ей именно такой, какой он был. И они нашли друг в друге идеальное счастье, идеальную любовь. Которую, кстати, я желаю всем, кто смотрит это видео. Идеальной любви. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь. И все у вас будет хорошо. Спасибо за просмотр. После того, как они стали жить вместе, у них вылупился из яйца малыш. Вот такой вот. Кто не знает, вот такие вот породы, они вылупляются из яиц. К сожалению, яйца у меня нет, чтобы показать. Но я расскажу об этом, чтобы все знали, кто не знает. Их детеныш одновременно похож и на маму, и на папу. Вот. Такая вот мама по цвету на маму похож. И на папу вот по фигуре похож. Поэтому он взял одновременно от них двух. Так что уже не спутай, что это не их малыш. Он малыш их вместе. Поэтому они стали очень счастливой парой. Вот такая вот замечательная пара вот у них образовалась. Потому что дети это счастье. Ну вот, какая у них замечательная история. Они стали жить счастливо. И я думаю, очень долго проживут еще вместе, потому что они достойны быть счастливы. Они красивы вместе. Смотрятся вот. Такая вот замечательная пара вот. Всем спасибо за просмотр.